Ресторан «Ташкент» уже стал традиционным местом таких рождественских встреч. Главные гости праздника – 29 брестских семей, большинство из которых многодетные, и в каждой воспитываются дети с особенностями развития. Самым маленьким всего 3 года, а взрослым – 16. Но даже такая разница в возрасте не стала препятствием для знакомств и общения ребят. Многие семьи впервые приглашены на такой праздник, организованный Брестской городской организацией Белорусского союза женщин. Но есть и те, кто традиционно отмечает светлый праздник Рождества в кругу такой большой и теплой семьи. Во-первых, мы не ожидали, а во-вторых, нам как бы мы этих людей знаем, и как бы и детям интересно, и дети хотели очень, и мы решили тоже, ну, поучаствовать в этом мероприятии, и как бы, ну, сделать, порадовать детей чем-то. Нас пригласили в первый раз сюда, нам очень интересно, ребенку очень интересно, ну, ожидаем, что будет понравиться нам. Скажите немножко о своей. Ну, мальчишки мои особенные, зовут его Тимоша. Интересуется, он очень подвижный. Соорганизаторами выступили депутаты Национального собрания и городского совета, сотрудники Брестской областной нотариальной палаты, а также творческие коллективы Бреста. И каждый из них преподнес гостям не только подарки, свою улыбку, но и протянул руку помощи. Наша организация думает о том, что женщина в такой семье, она в первую очередь нуждается в нашей поддержке. Это как и моральная поддержка, так и физическая поддержка. И вот этот отдых вместе всей семьей, быть за праздничным столом, который накрыл сегодня ресторан «Ташкент», это как раз и является такой реабилитацией. Но мы помогаем женщинам и в другом вопросе. Это семейные вопросы, это приобретение колясок, это приобретение каких-то медицинских средств, это оказание помощи и благотворительность. Дети – наше будущее, от этого никуда не уйти. Пускай даже они с особенностями развития, но все равно это наши граждане. И они, может быть, нуждаются еще в большей поддержке, чем, так скажем, обычные дети. Вот. Поэтому мы стараемся их поддержать всеми силами. Ну и хочу сказать еще, что и на законодательном уровне за последние годы сделано очень много. Принят ряд законов. Закон о социальном обслуживании, закон о государственных пособиях семьям, воспитывающих детей. Сейчас у нас в Палате представителей пришел законопроект о правах инвалидов и их социальной интеграции. С историей каждого ребенка и семьей в Брестской городской организации Белорусского союза женщин знакомы лично. Ведь помощь и поддержка таким малышам и их родителям оказывается беспрерывно. Поэтому и встреча за праздничным столом получилась такая теплая, а детский смех таким звонким. Обнимите нашего Олафа, и он подарит вам частичку своего тепла и радости. Мирослава Коваленко, Павел Малашонок, телекомпания «Бук-ТВ».